Всем привет! С вами Кононова Аня, и сегодня мне хочется ответить на несколько вопросов от своих подписчиков. Да, то есть первый вопрос был таким: почему вы много заказываете, куда вы это все деваете и зачем вам все это нужно? Да, то есть вот в этом каталоге, я сейчас в кабинете своей дочки, у нее тут есть объемная скидка, я под ней делаю заказы, у нее объемная скидка списывается, мы пока ей не открыли ИП, да, поэтому я большинство заказов делаю именно с номера дочки. Вот, ну и давайте пройдем в ее личный кабинет сейчас. Вот, и в личном кабинете, как вы видите, заказ, который я вам, в принципе, покажу чуть позже. Да, то есть, и вот, пожалуйста, ЛО 363 балла сделано. Ну вот, у меня закончились некоторые продукты, которые мне действительно нужны, и я их опять-таки буду заказывать, да. То есть, я с собой беру в дорогу черные леггинсы. Да, то есть пару штучек на всякий случай. Посмотрела у мужа вот пару футболочек, решила взять третью футболочку, хочу новенькую в дорожку. Beauty Case женский заказала дочке, мужу пару дезодорантов. Мы едем в жаркие страны мира и в ноябре в Бали. Да, то есть сейчас будет Турция, потом будет Сочи и потом будет Бали. И получается, что я не знаю, хватит ли ему двух, но я еще потом в следующем каталоге, в принципе, буду делать заказ. Вот, если не хватит, я ему закажу еще. Далее, шампунь, гель для душа, два в одном. Ну, почему не хватит, да, давайте к этому вернемся. Почему не хватит? Потому что в жарких странах мира мы моемся много раз в день, да, то есть после океана соленая вода, вспотели, не хочется пахнуть, опять помылись, да, и в жару, конечно, человек потеет больше всего. У меня дезодоранты есть в запасниках, аж две штуки, один мне, другой дочке, поэтому я не буду пока покупать, приеду, себе закажу, даже если у меня закончится, ничего страшного. Зубная паста первый зубик, ну, она у нас закончилась, нам нечего с собой взять, зубная щетка есть тут еще в упаковочке, а зубная паста закончилась, это моей пятилеточке любимой, у нее еще нет коренных зубов. Далее, детский крем для мамы и малыша с депантенолом, три упаковки, ну, вот вы знаете, страшно менять на две, страшно менять на одну, потому что действительно страшно, всякое может быть. Присыпка, ну, это, конечно же, от натирания, вот, всего прочего, от раздражения на ночь, еще где-то, еще что-то, да, то есть, ну, возраст такой, кожа детская, и взрослым, в принципе, эта присыпка нужна, и были случаи, когда даже я в жаркое время года этой присыпкой пользовалась, да, потому что, ну, натираются особо нежные места, они натираются, потому что мы куда-то пошли, вспотели, допустим, ходим где-то 3 часа, назад вернулись, за эти 3 часа пот на пот уже натерлась, да, допустим, место под мышками, да, то есть или, ну, как бы внутренняя часть бедер и так далее, да, то есть вот эта вещь тоже нужна. Вот, далее детские влажные салфетки, две большие упаковки, понятно, в дорогу у нас будет 4 самолета, 2 поезда, я считаю, что 2 прям взяла, 2 больших и 4 маленьких, надеюсь, хватит. Далее, гель для интимной гигиены, для чувствительной кожи, мы со старшей дочкой будем жить в разных номерах, поэтому я взяла 2 и, ну, привезем, так привезем обратно, не привезем, так из одного в другой выльем, в принципе, и все, привезем все равно назад, даже если, так, ну, половинку, да, вот. Далее, дневные прокладки взяла 2 пачки с собой, да и домой они нужны, да, потому что ночные у меня есть, я возьму ночные одни. Далее, значит, вот эта вещь нужна мне, мужу, так как мы толстенькие, мы потеем, вот как раз все натирается, поэтому присыпка не всегда справляется, да, а вот этот вот карандаш стик от натирания кожи ступней, мы используем его везде по всему телу, и вещь просто великолепная. Мы себе взяли один такой карандаш, но 3 у нас еще купили, да, то есть 3 не мне. Далее, гель-спрей для рук с пребиотиками. Обязательно. Даже вот придется взять 3, потому что один я беру
для старшей дочки, второй себе в сумочку, и третий я возьму младшей дочке и няне. Да, то есть все необходимо, для всех необходимо. Одной штукой на всех у нас будет три разных номера. Мне кажется, что смешно передавать одному другому, потому что дочка, в принципе, учится в колледже. Даже если она его привезет назад, то она все равно будет знать, да. Дальше, закончились у меня все маски для волос, да, то есть мне пришлось покупать несколько масок, потому что, реально никаких уже нету. Маски я стараюсь делать от 2 раз в неделю до 4, да, то есть, как у меня бывает под настроение. Вот, жидкая подводка, это меня мама попросила у мужа, сказала, закончилась подводка, закажи мне, пожалуйста. А палета для бровей, все вы видели в моих обзорах, что у меня сломалась палета для бровей, благодаря моей младшей дочери мне приходится заказывать новую. А скраб, тоже как бы скрабы, гамажи, муссы, это все закончилось, муссом мы умываемся. Вот, универсальная полоска для лба, это для моей старшей дочки. Мы примерно используем 3 полоски за 1 применение, поэтому вот 10 штучек как раз нам хватит на 3 раза. Далее, гель-маска для лица двойного действия, увлажнение питания. Я считаю, что она будет очень мне нужна. У меня маска для лица абсолютно закончились. Маска Скульптор. Эта масочка идет 60+. Вот мы с мамой сделаем ее пополам. Полностью у нас уйдет целая маска на нас двоих на 1 раз. Мы сделаем максимально от лба до груди по маске перед тем, как будем уезжать. Как раз вот на 1 раз нам хватит. Честное слово, на 1, потому что она такая, знаете, наносится так не особо. Далее, питательная маска для лица «Сокровища Востока». Все для лица, это понятно. У меня все маски, вообще нет ни одной маски. Все маски я израсходовала. Вчера израсходовала последние 2. У меня были от Axiology, да, масочки клевые, да, их очень много кто любит, рыженькие, глиняные. Вот, детокс называются. Далее, маска для лица тоже 1 штучку. Очищалочку, масочку взяла 2, потому что мне надо, особенно перед праздничными днями, каждый месяц, который бывает, и дочка у меня подросток, ей тоже надо обязательно. Далее, регенерирующая масочка, это моей маме, она сказала, что у нее все маски кончились, да, то есть она очень экономно пользуется, ей этой маски хватает 4 раза даже, я удивлена, если честно. Вот, далее, маска для лица, кислородное увлажнение, увлажняться надо. А далее, химический пилинг с аминокислотами, его очень долго не было, вы у меня его видели в пустых баночках, после него кожа как попка младенца, и конечно же я хочу за день до вылета примерно, да, за день, за 2 сделать вот эту вот всю процедуру себе, маме. А дочке не буду делать, это лучше делать после 30, мне кажется, такие глубокие, жесткие химические пилинги и микродембразия. Вот, вещь тоже классная, как вы видите, вот артикулы, я перечисляю, можете гуглить, вещи действительно стоящие. Вот, далее точечный аппликатор антиакне, это не обсуждается, это фаворит нашей семье, то есть один у меня, другой у дочки. Вот, и вот это вот я везу в подарочек кое-кому. Честно скажу, своему наставнику. Вот, мы с ним встречаемся в Турции. Это Коля Андрейка. Я хочу ему вот это все дело подарить, для того, чтобы у него это было, потому что у них в России этого нету. Поэтому я все по 3 штучки. Кедровая живица, у него, в принципе, аллергия на весь кедр, кедровое масло и так далее. Ему даже плохо бывает с кедра, да, то есть это его сыну, грубо говоря, я везу сыну и жене. А это вот самому Николаю я везу. Вот, но стресс он очень хочет попробовать, потому что мне этот стресс очень понравился, а полиненасыщенные жирные кислоты, которые у нас не вырабатываются вообще в организме, они очень нужны, да, то есть, и давайте посмотрим. Вот это вот необходимая продукция, которая мне нужна, и я не могу сказать, что я набираю, я не могу сказать, что это я не буду использовать, я не могу сказать, что у меня дома склады. Да, то есть, но у меня получилось на 13 тысяч
рублей на 17 тысяч по цене каталога и на 13 тысяч по цене консультанта, да, то есть причем при вас я еще добавила, потому что подумала, что не хватит, да, и получилось 158 баллов. Вот, и когда меня ругают и говорят, ну что ж вы столько много берете, вот вы знаете, у меня переборы в продукции, я вам клянусь, ну нету, всегда все по одной, по две штуки. Я могу взять 10 штук чего-либо, да, допустим, 10 штук бальзамов, но только по той простой причине, что, как вам сказать, потому что у меня у Кати волосы по талию, да, раньше были по попу, сейчас волосы по талию, ей бальзама, извините меня, хватает максимум на 5 раз, а моет она голову, и то каждый день, то через день, понимаете, и вот эти вот бальзамы за каталог, эти 5 штук, они легко уходят, вот и все, в пустых баночках у меня постоянно по 2, по 3 бальзама, потому что у дочери густые волосы и длинные, густые и длинные. Бальзам уходит просто, вы знаете, вот щелка опять нет, она мне пустые баночки уже заколебала приносить, их очень много. И у меня шампуни летят, и бальзамы летят, и маски летят, потому что если моя Катерина сделает маску, к примеру, да, мою на свои волосы, то она ее заберет всю. Потому что у нее длиннющие волосы, она практически всю маску может забрать. И мне останется только на одно применение. Поэтому я не вижу ничего критичного в своих заказах. Кто меня критикует, вы объясните, почему вы меня критикуете. Почему я не могу вот это заказать, не могу вот то заказать. Мне просто очень интересно, да? То есть, во-вторых, почему я не снимаю себя во время того, что я заказываю, что же я, как вам даже сказать, себя во время заказов не показываю, да, во время презентации продукции, можно так сказать. Ну, во-первых, я провожу очень много вебинаров, и я провожу по 3, по 4 вебинара, я созваниваюсь со своей командой очень часто, я очень веду активно свой бренд в соцсетях, Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Мой Мир и так далее. Ух, Алиса. Вот. И вы знаете, получается такая вещь, что меня все видят, меня все знают. Я очень часто езжу на форумы, выступаю на сцене, да, и так далее. И я не считаю нужным показывать свое лицо, допустим, чаще, чем 3 раза в неделю. Зачем вам мое лицо? Я вот это понять не могу, да. То есть, просто если блогер вообще, как бы его нигде нет, кроме заказов, это понятно. Но блогеры, они на то и есть, что они блогеры. Они обязаны себя показать, свой результат показать. Мой же результат вы всегда видите на вебинарах, да, то есть, которые я провожу от 1 до 3 в неделю по 1,5 часа. Так все равно вы меня видите. Я не вижу смысла сидеть еще на камеру и разговаривать. Мне удобнее все поставить на стол и просто откровенно поговорить о продукте. Это во-первых. Во-вторых, я не блогер. Почему меня называют блогером, я не знаю. Я снимаю ролики просто для своих коллег Faberlic, которые находятся в моей и не в моей структуре, потому что у меня стандартная фигура. Я ношу 48-50 размер и все равно 50% населения девушек такие же толстенькие, как я. Да, то есть я считаю себя толстенькой в меру, да, и когда Faberlic показывает, извините меня, на красивых длинноногих, да, женщинах очень стройных, да, практически там чуть ли не анорексия, платья, то они смотрятся абсолютно по-другому, допустим, на моей фигуре, потому что я ростом 161 сантиметр, во-первых. Во-вторых, я имею 48-50 размер. Да? То есть компания Faberlic не показывает женщин такого роста и такого веса, таких комплекций, да, как у меня. Поэтому, конечно, на мне одежда будет смотреться по-другому. Я, да, я показываю тогда и себя, и свое лицо, и я не скрываюсь, как мне некоторые пишут в комментариях. Вот. Далее, что бы мне вам хотелось рассказать, это почему я покупаю все именно Faberlic? Неужели я не покупаю Gucci, Prada, там еще что-то, да? То есть
Это смешно. У меня цель другая в жизни. А какая другая? Это то, что я хочу сейчас помогать своим родителям. Вы знаете все, я вам всем уже в обзорах говорила, что младшая дочка у нас идет с родовой травмой сильнейшей, и нам уже выдали инвалидность. Вот буквально неделю, может, назад, на момент съемки этого видео, мы не смогли ее вытянуть. Сейчас мы тратим огромные суммы денег на ее восстановление и так далее, да, то есть это, во-первых, во-вторых, мы ходим в платный центр, в-третьих, у нас няня с образованием, в-четвертых, я очень много везде путешествую, ну, правда, есть поездки и за счет компании, есть и за свой счет, в-пятых, конечно, у меня другая цель, я сейчас хочу купить дочке квартиру, дочке машину, если она сдаст на права, да, то есть сначала посмотрим, сдаст, не сдаст, да, то есть у меня другие ценности, я более семейная, да, и мне не важно, сколько у меня на руках бриллиантов, мне не важно, что на мне плащ там за 15 тысяч, а не за 115 тысяч, это не мое. Я не хочу ходить вот так вот вся из себя, потому что я всегда была простым человеком. Я родилась в поселке Мурыгина с населением 8 тысяч человек. Недавно мы переехали в город Киров с населением около 500 тысяч человек, да, то есть я живу в небольшом городке, он не миллионник, вот, у нас люди все простые и ну, не моя эта цель, понимаете, ходить там Гуччи, Прада носить. Далее, значит, что хочется сказать именно, почему я только в компании Фаберлик заказываю, в аптеках есть такая же продукция, тоже есть и космецевтика, да, как у нас, вот у нас Эксперт Фарма, она, к примеру, приравнивается к космецевтике. Вот, что хочется по этому поводу сказать. Давайте зайдем с вами в раздел «Отчеты». Открываю ссылку в новой вкладочке, и я могу сказать, что мне как директору, да, то есть очень выгодно, выгодно будет также и лидеру 12%, и лидеру 9% делать большие заказы, но директорам на 23% объемной скидке выгодно как раз больше всех. Да, вот смотрите, поэтому, конечно, самый минимальный уровень новичка, это обязательно должен быть директор, да, директор. И тогда у вас уже бизнес начнется более-менее серьезный, да, потому что уровень директора это круто, это вы сидите дома и зарабатываете дома через интернет. Смотрим, да, то есть у нас с вами есть, так, забыла, какой отчет, а вот он, текущие показатели, да, то есть генерируем, так, распечатка ушла немножко в бок, да, то есть, ну, вот тут написано, да, Шишкина Екатерина Андреевна, вот какой период, вот отчет сформирован, когда, да, то есть я снимаю отчет ночью, вот, я сегодня днем поспала, и мне не спится сегодня, да, то есть и смотрим. Так, текущие показатели, листаем на последнюю страничку, так, не тут, минутку, я ошиблась с отчетом, так, минутку. Значит, отчеты. Вот они, эти текущие показатели. Я не туда нажала, прошу прощения. Так, вот их, наверное, надо было смотреть, а я посмотрела не те. Так, нет, это то же самое. Вот же они, итоговые показатели. Я опять не туда. Я вечно путаю. Итоговые показатели надо было нажимать. Ну, я как обычно. Так, вот распечаталась распечатка. Вот я сейчас листаю в самый конец, да. И вот смотрим. Шишкина Екатерина Андреевна не тот захват окна сделала, но, да, то есть, вот смотрите. Значит, детализация расчета ОС по личной группе. Сейчас сколько Шишкина Екатерина Андреевна получила сама за себя, за свой заказ назад денег, да. То есть, смотрим, 362 балла было оплачено, да. Ну, там будет возврат, это одежда, там спортглам и так далее. Вот, далее, значит, пока что она на 19%, она 100% будет на 23%. То есть эти суммы еще пересчитаются, да. Значит, объемная скидка 4000. Это назад деньгами вернулось. Бонус по акции VIP-3, да, то есть почитайте в разделе бонусы. Сейчас я вам покажу, где это читать. Да, то есть внизу есть раздел партнерства.
в раздел партнерства. И вот она, VIP-программа. Почитайте, что это такое, да, то есть у нас Екатерина VIP, да, то есть более VIP-3, так, VIP-4, да, то есть, ну, вот в этом месте почитайте обязательно всю VIP-программу, перечитайте. Вот оно. С уровня второго, да, то есть 3 периода подряд вам еще компания будет платить за то, что вы делаете заказы, да. Так, значит, 1500, и вот, значит, у нас получается 5700, да, то есть компания за мой заказ платит мне объемную скидку. Это есть не во всех компаниях, поэтому вы про это, может быть, не знаете, но лично очень выгодно, да. То есть давайте возьмем в пример 363 балла. Мы умножаем на балл на выплату в нашей стране России, это 60, и умножаем, когда Катя уже откроет директора, а она всегда открывает 3000 баллов, просто сейчас еще треть каталога осталась до конца каталога, поэтому 19% показывает, потому что это текущие показатели, да, значит, и получаем сумму, то есть вместо 400 нам назад придет еще 5000 рублей. Да, вот за эти вот баллы. То есть получается то, что я сейчас сделаю заказ. Значит, давайте посмотрим так список заказов. Вот карточка заказа. То есть, если я сейчас сделаю заказ на 98 баллов, тот, что мне нужен, да, вот тот, что мне нужен, да, ну, это объемная скидка списалась. Тут не смотрите, у кого оформлен контракт, наличка сразу идет на карточку. У кого контракт не оформлен, наличка копится и 65% можно списывать, да. То есть, ну, это уже как бы дочка у меня ни в чем не нуждается, поверьте. Все, что хочет, себе заказывает. Вот так, это значит не тот заказ, да, то есть это вот она, то, что она себе заказала, и то, что я себе еще немножко заказала. Вот она такую юбку захотела, все. И давайте пройдем сейчас так в мою корзину. Да, вот она корзинка, вот она корзинка, да, то есть вот таким вот образом. Вот 13 тысяч, вот наш заказ. Вот, и тут идет 158 уже баллов, да. То есть, вот давайте я сейчас утвержу, и вот эти вот 158 баллов мы умножаем, да, на балл выплату нашей страны и умножаем на 23%. То есть, я сама за свой заказ у себя покупая в своем интернет-магазине, как директор, по 23% получаю свою объемную скидку. Еще 2000 вот с этого заказа мне вернется, понимаете? То есть, получается, я купила на 17, к оплате у меня 13, и еще мне компания вернет 2180 рублей. Плюс 158 баллов, это 150 бонусных баллов. Да? Вот давайте с вами прям вот точно разберем, почему я делаю большие заказы и почему я вообще их делаю. Да? Значит, 158 бонусов мне компания начислит. Да? Вот они, наши бонусы, которые я пока что на данный момент коплю. Но что я могу взять на 150 бонусов? Да? То есть в этом каталоге я оплачиваю до конца, и в следующем каталоге у меня уже тут будет на 150 бонусов больше, чем вы сейчас видите, да? Значит, смотрим. 150 бонусов. Значит, я могу взять, да, давайте вместе с вами, с калькулятором, я могу взять 30 масок для лица, да, то есть это от, до, вернее, до 30 подарков. Я могу взять, так, значит, делим на 10, да, это 15 кусков мыла я могу взять просто так за 1 рубль. То есть, да, то есть смотрим дальше, 15 бонусов, да, то есть самое распространенное, это у нас, конечно, программа Faberlic Club, это подарки за 1 рубль, это за 15 бонусов. Кстати, маска очень классная, но сейчас мы не об этом. Да, то есть... Ну вот, значит, Катюшкины шампунь, Катюшкины вот эти вот бальзамчики, я их очень часто беру бесплатно даже себе, со своего рекномера, я там все бонусы трачу. Вот, смотрим, да, значит, 150 баллов мы делим на 15 бонусов, да, потому что один подарок, 15 бонусов, получается 10, да, 10.
Ну, давайте дальше с вами считать, да, то есть мы с вами посчитали выгоду, которая уже у нас есть по 23%. Ну и, к примеру, давайте вот этот вот артикул, да, мы с вами сейчас найдем 0,869, найдем на сайте и прикинем, сколько он стоит, да, то есть подарки на выбор вы можете себе покупать все, что захотите. Есть даже набор ложек, кружек там, ой, кружек нет, ложки там, вилки и так далее, да, то есть давайте 0,869, 81 рубль. У нас с вами было 10 подарков, то есть это еще 810 рублей я могу вот так просто получить в виде бальзамов, да. С одной стороны, конечно, продукт это не так интересно, но с другой стороны, это продукт, которым мы постоянно пользуемся, и он нам нужен, да. Ну, вот так вот возьмем в пример. Ну, и давайте посмотрим с вами. Так, прям не хочет. И давайте с вами посмотрим. У нас с вами есть еще такая штучка. Так, давайте назад. Так, ну вот, давайте еще раз. Не будем на последний. Да, то есть тут и сумки для ноутбука и так далее дарятся. Но самое интересное, что тут дарится. Так, тут этого нет, да? Ну, давайте тогда я вам сейчас в промо покажу, да? Так, перейдем в корзину, раз я отсюда вышла. И покажу в промо еще, что дарится. У меня эта вещь есть в наличии. Ай, я просто в шоке. Потому что очень приятно, да, то есть так, это мне пробники подарили, ну, это за то, что я маски купила, да, это мамины любимые маски, это у меня заказала, кстати, профессиональный парикмахер, сказала, как будет со скидкой мне две штуки, пожалуйста, выполнено, а это мне для себя, я его люблю, этот шампунчик, пену для ванны, очень люблю в ней лежать, и кое-кто у меня ее искупал, потому что подумал, что это гель для душа. Ну ладно, дело не в этом, да, дело в том, что мы с вами идем вот сюда. Так, где у нас? Вот она, Фаберлик Клуб. Нажимаем открыть. Я еще не накопила до этого дела, но есть такая классная штука, на которую я на данный момент сейчас коплю, потому что список большой, грузиться будет долго. Поэтому ждем с вами, ждем. Все, списочек прогрузился. И у нас с вами есть вот такой набор столовых приборов на 6 персон. Набор суперский. Там идет 6 ножей, 6 вилок, 6 ложек, 6 чайных ложек. Он просто крутой. Я про него снимала. Там просто вилки толстые. Они не гнутся. Они крутые, они красивые. Да, то есть там еле заметный есть логотипчик на каждой вилочке, ложечке, ножечке ФЛ. Очень красиво, то есть на 6 персон, но у меня часто бывает гостей больше, поэтому я вот сейчас хочу вот такое, да, забрать что-то. Да, также, как вы видите, есть сумка, да, сумка Паола. Вот я точно видела, что она, по-моему, 4000, что ли, стоит. Вы ее можете просто за бонусы забрать себе сумку из натуральной кожи. Сумочки натуральная кожа от Флоранж идут. Да, то есть, ну, вот почему, в принципе, я и заказываю на данный момент только в компании Фаберлик. Прошу меня строго не судить. И как бы я считаю глупым скрывать объемы своих заказов. Я считаю, что по-умному я бы с вами поделилась, да, с дорогими коллегами из всей компании Фаберлик, поделилась с вами этой выгодой. И в магазине, вот сходите в магазине, да, купите товару на 20 тысяч, да, и чтоб вам подарили за это, ну, хотя бы 10 подарков, да, стоимостью там не помню сколько, да, пусть вам подарят 10 подарков хотя бы. И вот просто вот, чтобы вам скинули, во-первых, да, сделали или сделали кэшбэк, да, то есть там в магазинах кэшбэки есть у всех. Вот самое интересное, да, то есть получается 19 тысяч, да, 19 360, ой, минутку, 19, да, получается 360, мы с вами вычитаем вот к оплате 14 525, да, то есть, ну, я при вас добавила, поэтому больше стало, да, помните, исправила количество наименований, да, то есть 4000 скидка плюс 5000, да, мы с вами считали там и тут мне, так, 4000 скидка, сейчас, минутку, я забыла.
Забыла, забыла. Так, вот еще раз сейчас открою калькулятор. Раз уж пошла такая масть, да? То есть 165 баллов. 165 мы умножаем на балл на выплату нашей страны, умножаем на 0,23. Получается еще, так, 277, да? То есть 165 баллов умножаем на 60 и умножаем на 0,023. Да, то есть 2,277 возвращается. И плюс еще вот эти вот, допустим, хотя бы эти же бальзамы, да, плюс на 800 рублей. Вот, и вот вы знаете, купила-то я вроде бы, да, купила-то я намного, да, на 20 тысяч, но посмотрите разницу, да, то есть в магазине вам половину никто никогда не скинет, да, то есть давайте умножим на 2, и получится практически половина, да, то есть, ну, тут там было 14, да, ну, 1/3 хотя бы, да, вот, с математикой у меня плохо, поэтому сильно надо мной не смейтесь. Или давайте вместе все посмеемся надо мной, да, то есть, но как бы мне не было плохо с математикой, я ярый любитель ходить по различным торговым центрам, да, то есть мы любим там покупать дочке игрушки, мы любим там ходить по всяким детским динки-парк там, например, да, там где качели, батуты, там все такое, всякие стрелялки, то есть нам все это нравится, нам все это интересно, я люблю покупать обувь очень удобную, да, то есть, допустим, Faberlic нет обуви такой, чтобы мне понравилось, то есть я люблю шпильки, шпильки тут только одни, и одни мне мало, да, то есть мне нужны, допустим, кремовые лакированные шпильки, да, их нету, да, я иду в магазин, и я их там покупаю, вот, но самое интересное, то, что у нас с вами прям целый вебинар получился, то, что там, конечно, выгоды такой нет, и я уже сижу и думаю, ну, блин, ну вот там нет скидки, тут нет скидки. Да, то есть, когда мне говорят, что вот вы покупаете Faberlic, качество там плохое, одежда, еще что-то, я не согласна. Качество одежды нормальное, качество одежды очень даже хорошее, да, и то, что Faberlic массово выпускает, и где-то там какой-то шов там один на 1000 вещей куда-то ушел, и он попался именно вам, то есть возврат в течение 14 дней с момента, как вы забрали вещь домой, да, то есть вам ставят выдан, и пошел срок 14 дней на возврат. И вас никто не заставляет эту вещь покупать, и вы не переживайте и не волнуйтесь из-за этого, да, потому что очень часто, даже когда вы идете покупать магазин, вы видите, что вещь, она уже где-то есть брак. Даже некоторые продавцы, раскладывая вещи, да, платья, там, курточки, надеются, что вы купите и не заметите. Или выкладывают и сами этого не замечают. Поэтому это для меня, мне кажется, что это нормально, что там один брак. Да, мне попалось два брака за 3 года с компанией, да, но я не могу, не понимаю, да, то есть вот некоторые говорят, ой, там сроки плохие, да, в компании приходят, да, тоже вот мне часто пишут, зачем вы много заказываете, куда вы все это будете девать, да, то есть если я смотрю, что вещь приходит, там, допустим, остался срок, там, 3 месяца, да, ну, во-первых, смело можно добавлять еще, то есть она уже еще вот сколько долго не про сроком, да, и как можно, к примеру, за 3 месяца не измыть шампунь, за 3 месяца, допустим, не выпить упаковку витамин, которая рассчитана на месяц, да, то есть зачем на самом деле покупать и затариваться вещами, когда эти вещи, в принципе, постоянно есть на складе. Вот я сейчас все, что заказывала, на складе не было только... Единственное, что мне очень не понравилось, да, то есть на складе не было только этого эксперта маски, да, маски эксперт для глубокой очистки. Вот она мне была нужна, но ее не было, да, то есть вот, это мне не понравилось. Но все остальное, что мне нужно в дом, оно у меня есть.
да, то есть, и вот оно у меня в заказе. И где какие склады я устраиваю, да, то есть, если я не сделаю этот заказ, то мне придется идти за зубной пастой в магазин, мне придется идти за присыпкой в магазин, мне придется идти за салфетками в магазин, за гелем для интимной гигиены в магазин, я не буду подмываться, к примеру, там чем-то другим, да, мне нужен гель именно для интимной гигиены. Я пойду за прокладками в магазин, потому что их так и так надо, да, то есть, ну, я могла бы там перетерпеть, да, там натертости, еще что-то, но я не считаю, что я прям страдаю, вот, не могу сказать, да, то есть далее, значит, гель-спрей для рук с пребиотиками, я не хочу болеть, да, то есть вы все знаете, что там Монарда, она убивает вирусы, даже кишечную палочку, очень хорошая штука. Далее, значит, да, почему я должна за масками в магазин ходить? Вот, понимаете, очень огромный ассортимент просто. Компания Faberlic – это действительно гипермаркет, и мне нравится эта продукция. Я понимаю, что если что-то придет не то и не так, я могу это вернуть. 100%, да, то есть я могу наслаждаться качественной продукцией, она миновала сеть посредников, да, то есть она с завода идет на склад, который принадлежит компании Faberlic, завод принадлежит компании Faberlic, потому что наша компания производитель собственной продукции, это надо понимать, да, вот, далее, значит, Faberlic изготовил продукцию, на свой склад ее доставил, и со склада уже доставляют по пункту там выдачи. То есть подделки полностью исключены. Вы полностью застрахованы от подделок, от всего. И вы совсем, как вам даже сказать, да, вам будет выгодно, если вы будете, грубо говоря, заказывать сами у себя и расти по процентному уровню, да. То есть, если в вашей структуре 60 человек, которые делают по 50 баллов, вы директор, и вы на 23%, да. То есть, это или 120 человек по 25 баллов, или 60 человек по 50 баллов, или 30 VIP-консультантов, вот таких же, как я, бешеных, да. Вот, и они поймут выгоду, да, то есть, потому что VIP-программа есть, программа Faberlic Club есть, да, то есть с 50 баллов скидка становится 26%. И это тоже все надо знать, это тоже надо все понимать. И у меня сейчас скидка от цены каталога идет 26%. И я когда снимаю такие ролики, меня, кстати, очень часто спрашивают, почему вот у меня, допустим, концентрат, да, ну, любое, да, то есть не обязательно про концентрат, почему у меня вот он там стоит там намного дороже, да, потому что все равно вот это вот вроде бы мелочь, да, но вы берете больше, а платите вы меньше, да, то есть получается 599 минус 20%, у нас получается уже 479, а я беру 444, потому что я делаю более 50 баллов, и у меня уже скидка идет, да, то есть и от балла 23% мне назад возвращается, да, то есть вот еще говорят, много очень половинчатых баллов, ну, вы знаете, вот, может быть, у меня и есть, конечно, продукция половинчатых баллов, ну, вот давайте посмотрим, 14 525, мы с вами можем разделить на 165,09, да, то есть вот прям все до копеечки с вами посчитаем, и получается у нас с вами, ну, 87 рублей, вот, средний, да, то есть балл получается весит, ничего страшного, да, то есть одежда, да, дополнительный весь ассортимент, да, он идет по половинчатому баллу, но вы же можете смотреть, что у вас по половинчатому баллу, и вы можете это, к примеру, не брать, да, то есть каким образом, вот смотрите, 449, да, то есть вы делите на 444, у нас с вами получается 100 рублей, да, балл, ой, не то вам посчитала, простите, вот оно, 333, это я цену каталога без скидки посчитала. 333 мы делим на 4,44. Вот оно. Получается вот 75 рублей балл. Вот так и вычитайте, так и делите. И у вас, в принципе, получается 100 баллов на 8000 рублей. Вы можете сделать заказ. 50 баллов на 3,750. И это все правда. В компании Faberlic можно делать такие заказы. А при таком здоровенном гипермаркете из
извините меня, да, такое огромное количество продукции, что просто ее не пересчитать, да. Вы же сами должны понимать, какое здоровое количество продукции у компании Faberlic, да. Даже взять новинок, 20, ну, каждый каталог, ну, 100%, каждый каталог 100%, грубо говоря, выпускается, да. Вот это все сейчас новинки последних двух каталогов, да. То есть я вот, смотрите, открыла графу новинки, вот они, да, и вот новинки, да. То есть смотрите, косметика 45 новинок выпущено примерно за последние 2-3 каталога, да. Парфюмерия 5 новых ароматов, может быть, конечно, не новых ароматов, но вот таких вот версий. Одежда 223 новинки, здоровье 5 новинок, дом 93 новинки, детям 51 новинка выпущена, а мужчинам 2 всего, да, и для бизнеса что-то там одна какая-то новинка, даже самой, а, ну, пробник, да, пробник, он идет для бизнеса, вот, а мужчинам что? Ну, мужчинам куртка, вот. Ну что ж, да, то есть, и когда вы это все смотрите, вот этот вот раздел новиночки, но почему вы не видите, сколько много, да, то есть, огромное количество новинок, одежды и всего того прочего, да, то есть, смотрите, какие классные, какие суперские у нас новинки, есть и стаканы, есть и гель антиакне, да, то есть, все есть, поэтому, конечно, одно дело говорить, там, всякие бяки, да, одно дело писать комментарии, все всякие разные, да, но вот если честно, мне не всегда нравится, что вот меня критикуют, и вот когда вам блогеры говорят, ох, вы меня нагрубили, меня это не задевает, то меня задевает, я вам честно скажу, меня задевает, я отправляю таких людей в блог, чтобы они мне больше не грубили, особенно когда мы с дочкой стараемся, снимаем обзор, а ее кто-то называет толстой. Ну, почему толстая? У девочки 44 размер, ей 18 лет. С чего вы решили, что она толстая? Она фигуристая. И у нее такая фигура, у нее тонкая талия и есть бедра. Да, то есть, да, она не дрищ, но и дрищи сейчас не в моде, простите, да, то есть, вот всякие такие вот комментарии, которые вот вы говорите, да, в адрес там нашей внешности, еще чего-то, ну, я просто буду блокировать, вот, а нормальным, адекватным зрителям моего видео, конечно же, добро пожаловать на канал, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, какие вас интересуют, вот, и, если честно, то я довольна, вот, допустим, большинством одежды, да, то есть, ну, есть вот мне вот, допустим, это платье, оно мне действительно не понравилось, да, но вот в этой кофте я сейчас все время хожу в магазины, меня девочки спрашивают, опять в новинке, опять в классной новинке, ну, почему? Я несу этот продукт на себе, да, вот, и, допустим, мне говорят, боже мой, как красиво, как здорово. Я говорю, хочешь себе? Она, хочу. Я говорю, я тебе скину, да, в ссылке в соцсети, я тебе скину цену, какие есть размеры, ты посмотришь, выберешь, если захочешь, да. То есть я тебе скину новую коллекцию. И я человеку скидываю, они могут не эту кофту выбрать, да, другую кофту выбрать, да. То есть вот, и когда все говорят, ой, одежда плохая, может быть, какие-то слухи, может быть, вам на самом деле когда-то попадался какой-то брак или еще что-то. Но большинство людей это пишут из-за того, что другие это говорят. А вот вы сами лично пробовали, вот вы заказали платье, вы его одели, и оно вам чем-то не понравилось. С другой стороны, у нас же с вами все фигуры разные. Вот мне не идут платья, допустим, прямого силуэта. Они на мне как панцири. Потому что у меня попа широкая, талия тонкая, плечи у меня широкие. Я ширококостная и толстенькая. И получается, если я одеваю платье прямого силуэта, я становлюсь смешной, как шкафчик. И начинаю вот ходить такая вот, да, и мне муж сразу говорит, смеется надо мной, говорит, сними это немедленно. Понимаешь, понимаете? И суть-то в чем? Суть-то в том, что подбирайте себе по фигуре одежду, заказывайте, меряйте, будьте смелее и смотрите, может быть, вам что-то и понравится. Вот я, допустим, заказав вот эту кофточку, я ее не буду носить. Знаете почему? Потому что у меня ее купили, у меня ее выпросили, вот эту вот кофточку. И в итоге получилось, что
Я ее хотела отправить на возврат, потому что цвет мне показался темноватым, а кому-то эта кофта очень понравилась, да? Но я вот себе, допустим, вот такой вязаный светлый кардиганчик я с удовольствием оставила, да? Очень мне он понравился, я прям его одела и прям вот мне понравился очень, да? То есть вот таким вот образом. Ну что ж, с вами была Кунова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Давайте с вами любить друг друга, давайте с вами дружить. И если вам что-то интересно, да, то... Вы просто задайте этот вопрос, вы не стесняйтесь, да, то есть, как одна недавно написала мне женщина в комментариях, ну, вообще, просто смешно. Куда вы все это деваете, зачем вы все это складируете, вы и так нехорошо выглядите, куда вы все это, да, то есть, неужели там вы, наверное, все это просто вот кому-то раздаете, потому что вы очень плохо выглядите. Я не считаю, что я плохо выгляжу, да, мне скоро 35 лет, да, возраст берет свое, но когда нужно, я могу и уколы походить, поделать, да, то есть я себя поддерживаю, да, то есть у меня, конечно, нелегкая работа, да, то есть я работаю через интернет, я постоянно сижу у компьютера, это, во-первых, во-вторых, мне не сладко в жизни далось здоровье обеих детей, и на мне все это отражается, да, то есть, но я не могу сказать, что я выгляжу там супер плохо и супер старая, и вообще я не хочу это признавать, я не хочу читать такие комментарии, да, то есть, и понимаете, когда вот так вот пишут люди, да, а потом говорят, я не имела в виду ничего плохого, так вот мне это не нравится, потому что нет, вы имеете в виду что-то плохое, потому что вы на самом деле зашли на YouTube-канал человека и, грубо говоря, ему сказали, что он очень плохо выглядит и куда ему вся эта косметика, если она ему не помогает. Да, то есть вот... Не всегда человек, следящий за собой, может выглядеть хорошо, потому что у него есть, может быть, сильные стрессовые ситуации в жизни, да, то есть я могу сказать, что я в душе намного старше своего возраста, и когда мне говорят, ой, тебе 30 лет, ты еще совсем молодая, да, то есть я говорю, что первую дочь я чуть не потеряла, да, то есть ей делали операцию на сердце, переводили на искусственное вентилирование легких, там еще чего-то. В общем, я это не медик, я не понимаю, медики меня поймут, если смотрят, да. И получилось так, что вот у нее почки не запускались назад в обратно, да, с искусственного на нормальное, как-то вот это все. Нужны были лекарства, мы бегали, искали, я не помню, 2 дня из своей жизни. И после этих 2 дней, я вам честно скажу, я так перенервничала, что я набрала чуть ли не 15 килограмм. Когда я приехала с больницы, я привезла домой живого своего ребенка старшего, который сейчас 18 лет. Ей операцию делали, ей было 8 лет, по-моему, да, или 7 лет ей было, вот сейчас точно не скажу. Я приехала, у меня полбашки было седой, и я привезла на себе 15 лишних килограмм. Да, то есть за месяц, это вот на нервной почве я вот так вот располнела, и понятно, что я за собой не следила, я постарела, у меня седые волосы, я их выщипывала, сидела, да, ну, благо ребенок жив. Сейчас второй дочке точно такой же поставили диагноз, ну, не сердце, конечно, да, то есть, но тоже инвалидность, как и у первой все сняли, все хорошо, теперь вторая, да, то есть, и получается, на самом деле, вот такие стрессы жизненные, да, они, конечно, вот такие сильные, глубокие, когда вы их не можете так вот взять и забыть, да, вот как говорят, плюй на все кругом. Есть вещи, на которые не плюется, понимаете? И, конечно, вот такие стрессы, они отражаются на моем лице, они отражаются на моем весе, они отражаются на мне. Вот, почему отражаются? Потому что мне больно, да, то есть, да, я держусь, я стараюсь, но все равно я живой человек, и мне может быть больно. Поэтому не надо мне писать, пожалуйста, про мою внешность, и мне это не нравится, мне и так не сладко, да, грубо говоря. Вот, ну что ж, с вами была Кунова Аня. Надеюсь, что на все вопросы я вам ответила. Почему я заказываю Фаберлик? Почему я плохо выгляжу? Почему я себя в видеообзорах не показываю? И в чем же моя выгода в компании? Почему я вот именно в компании Фаберлик столько много заказываю? Да? То есть я должна делать 50 баллов, чтобы получать свои выплаты. Но я делаю по 200 и по 300.
300, потому что мне действительно это выгодно, и мне действительно хорошо за это платится, да, то есть это, грубо говоря, практически 40% кэшбэк, как мы с вами посчитали, да, то есть за огромный заказ мне назад вернется чуть ли не 7000 рублей, и вы это все это видели, я вам все это показала прям во всех распечатках. Ну что ж, всем вам пока-пока, если у вас есть желание задать какие-то вопросы, ссылки на мой Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, да, то есть все под видео, все есть под видео, поэтому я буду продолжать работать на данный момент в компании Faberlic, я буду продолжать покупать, я буду продолжать вести бизнес-встречи, бизнес-марафоны, бизнес-семинары и, конечно же, буду снимать обзор продукции, потому что я любопытный. Я люблю пробовать что-то новенькое, и я постоянно делаю заказы. Ну что ж, все, всем пока-пока. Получилось 49 минут 20 секунд, но ничего страшного. Я думаю, вы меня поймете сейчас после этого видео. Вот, надеюсь, что ни с кем груба не была.